Всем привет, дорогие друзья! С вами Frostweh Ace. И сегодня мы будем обозревать то, что на данный момент почти все забыли. Это режим компьютер, своеобразный редактор уровней. Я вам хочу показать возможности этого режима и что можно там сделать. Также покажу свою карту. Вот, короче, мы заспавнились. Мы видим какую-то хрень, где находимся, и верхнюю панель управления. Она, кстати, не очень удобно расположена. Да сразу первый минус. Я такой. Пол экрана занимает. Ну ладно, вот я что-то понастроил, сейчас объясню, как это работает. Это кнопка сделать комнату. Вот какой-то дрын торчит, направляем на комнату. Биомы, вид комнаты. Ну или с врагами, или сундуки. Я выбрал с врагами, а это их настройка. То все, элитный враг, двери сойдет. Так, сейчас стены сделаем. Короче, сидим, пердим. Вадим, это, кстати, второй минус. Из-за неудобства. Немного промахнулся, вот кулак. Им можно рубить то, что криво поставил. Биомреликты. А я хочу космокорабль. Это, короче, притягивающая хрень, она, короче, притягивает тебя. Вот ее кнопка в меню. Напоследок поставим какой-то манекен. В данный момент это ваш любимый маг воздуха. И, наконец, мы попробуем сыграть. Это комната с сундуком. Сразу говно, ладно? Стреляем клоунов. И идем по стрелке, разрушая бочки. Это вот эта кнопка. Специальная комната, где может любой рандом выпасть. Призываем моих любимых чистильщиков и укладываем бомжей спать. Короче, это долго. Перематываю время. Наконец-то! Мы шо, рыбачить собрались, что ли? Короче, обнаружен баг. Здесь нет ограничений на инвентарь оружия, которые можно взять с собой. Хильнемся и теперь отправимся наверх. Сейчас прибьем этих жуков и... Упс. Хм. Щита не сильные. Надо переделать. Остальное меню вы сами посмотрите. Все рассказано подробно, надо лишь нажать на эту кнопку. Как сделать такой фокус, не скажу. Короче, задолбался я тусоваться здесь. Сейчас разгоним этих пхаразитов. Уф, пхаразиты. Мешаются под ногами, да и только. Ёперная срань! Ради этого дерьма я стоял в яде! Ладно, ничего страшного. Я показал главное и то, что можно сделать в этом режиме. Здесь безграничный полет фантазии, ограниченный только этой панелью управления. Это третий минус. Я бы добавил больше. Вот моя вся карта в целом. И да, у этого поля есть границы. В углу показаны все минусы этого режима. Ну а с вами был ваш любимый соул-кнайтовский король-лич Frostweh Ace. До скорого!